Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, for kids and grown-ups alike. Hooray! You've never seen them move like this before. We know how you kids love to visit and play here at Freddy's, so we opened up all new attractions. That's right, a brand new prize corner. And, drumroll please. Всем привет, с вами я, Мэфилис, и сегодня мы с вами сыграем в игру под названием Five Nights at Freddy in Real Time. Эта игра, во-первых, демо, во-вторых, я узнал только что, перед тем, как в нее поиграть, у вас должна быть, оригинальная версия игры, вот, то есть первая часть, обязательно в Стиме, чтобы она была. То есть купленная первая часть, иначе без нее игра не будет работать. И чем она отличается, пока я не особо понял. Ну вот эта сценка сейчас была, и что-то там видел в комментариях, типа, вот эти аниматроники как-то ходят и ходят в реальном времени. Ну давайте посмотрим, как это выглядит. Так, ходить на ВСД, так, how to play, ага. Куда, вправо идти? А, нет, это влево. Так, погодите, похожу вправо, закрывается дверь. Хожу влево, закрывается дверь. И все, я больше ничего не могу. Мышка у меня не работает, ничего. Я угорну, если вот этот, в этом и заключается вся игра просто. Так, ладно. Чисто вот такая вот пиксельная игра просто выглядит и все. Я угорну. Да не, не может быть. Так, стоп. А по времени, интересно, так же я буду 5 часов вот так вот бегать? Я лево-право, нет? Так, ну Чику с Бонни я уже видел в пиксельном виде. Так, это Фокси уже, ок. Честно скажу, я геймплея, то есть, ну, трейлер я видел. А это кто? Ну это Фредди? Не, этот похож на золотого Фредди, кстати. Трейлер я игры видел, но... А, как мне успеть? О, успел. Геймплей я особо такого не видел. Я даже... Я... Ну я знаю... Как успеть? Так я сейчас проиграю уже все. Геймплея, говорю, я не видел. Я никого не смотрел у ютуберов прохождения. Я не знаю, как это вообще, этот FNAF реал-тайм выглядит. Бляха. ГГ. Ну тут, мне кажется, я так и так должен был проиграть. Потому что они там просто уже толпой на меня. Так, ну, вот вам такой FNAF. Первая часть. Так, по камерам, так, я не помню, где они находятся. Так, это маски. Здесь Фокси. Также все тут играется. Алло! А что было-то? Я не понял, нифига не понял. Come and visit us at our brand new location. Only at this specific place at the specific time. It's only here. I mumbled, so you can't even hear what I'm saying. Even though I'm saying something in a very interesting voice. For kids and grown-ups alike. We're hosting monthly drawing competition. And you can come visit us at Freddy Fazbear's Pizza.
Блин, плохо нету субтитров, а может и есть. Был бы перевод. Интересно, что они просто говорят. Now you'll be broken, like me. Это все, что ли? Вся демка? Блин, а чё так мало-то? Что я в этой демке успел поделать? Просто вот за пиксельного чувака поиграть его вправо и чё? И пару раз посмотреть по камерам, потом у меня камеры не включались, я мышку вниз вел, у меня камера не высвечивалась, и кто справа появился, этот Бонни. И двери, кстати, я не мог закрыть. А можно пропустить это как нет? Ладно, давай. А, демо Тим. А, ну да, это демо была, походу, такая короткая. Сколько я в него поиграл? Наверное, минут 12, может даже меньше. FNAF in real time. Ну, по сути, да, это демо, она должна быть, наверное, такой короткой. Ну-ка, субтитры. Так, что тут есть? Монитор, аудио. Ля, тут субтитры есть. Реплей? Да, смысл реплей. В общем, вот такая вот игра. Да, к сожалению, демо такое вот короткое. Не, я думал, может, хотя бы демочка даст... А это кто? Вот этого я не знаю. Я думал, может, демо даст нам хотя бы первую ночь пройти, но нет. Вот мы увидели только вот это Бонника и вот справа такой небольшой, ну это даже не скример, а так просто. В общем, кто захочет в демку-то поиграть, ссылку я оставлю в описании. Эта игра есть на Game Желте, и повторюсь, чтобы вам в нее поиграть, у вас должна быть оригинальная копия первой части FNAF. Иначе без этого FNAF in Real Time работать у вас не будет. И я так понял, FNAF первая копия должна быть не пиратская, а чтобы куплена была в Стиме обязательно. Так что вот. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Всем удачи и всем пока.